Концерт, посвященный Дню Независимости, собрал на площади Ленина тысячи брещан, взрослых и детей, начальников и подчиненных, молодых и пожилых, людей, которым не безразлична судьба своей страны, своего народа. Губернатор региона Константин Сумар поздравил всех с главным праздником государства и пожелал процветания и счастья белорусскому народу. Для того, как иметь спряльные умовы, мы повинны щиро любить нашу землю, не на словах, а на справе быть патриотами. Главное ж, эффективно працевать, виконуючи три основные на сегодняшний день национальные проекты. Это модернизация экономики, информатизация громадства, а так само поддержка нашей молоди и масштабное притягнение в самом широком смысле до державного будовництва. Со своими музыкальными поздравлениями приехали лучшие артисты коллектива Бреста и области. Бриз, колорит, музыки, гармонии. Программа мероприятия была праздничной и разнообразна, поэтому не давала соскучиться никому. Заводные танцы, яркие костюмы, театр огня, а также современные хиты и всем знакомые мелодии в обработке дарили хорошее настроение. Это светлая память о том прошедшем, горьком, тяжелом нашем. Безгранично я рад этому дню, но то, что было, я никогда не забуду. И если люди, которые не помнят прошлого, у них не будет будущего. Мне думается, вот это вот явление единства, в этом великая сила патриотизма. Для этого мы здесь сегодня собрались, для этого здесь ветераны Великой Отечественной. Поскольку я живу в Беларуси, то прийти сегодня сюда и быть вместе со всеми, это для меня сегодня главное. Это праздник. Праздник для всех. Ярким финалом мероприятия стала возможность спеть гимн «Все вместе». Несколько сотен человек исполнили национальный гимн Республики Беларусь в знак уважения и любви к родине. Торжественные строчки одного из главных символов государства оставили что-то свое в сердце каждого, кто главный праздник страны пришел отметить вместе с горожанами и гостями города. А красивый праздничный салют стал финальным аккордом мероприятия.